Друзья, продолжается наш контент. Музыка та же. Что там? Та-та-та-та, музыка та же. Вот у нас с нами владивостокский мачо. Ну, 9 часов народу совсем мало. Если сирена, значит, выгоняют. Купание запрещено. Но чуть-чуть можно. Красные флаги. Качелю оборвало, что ли? Да, что-то 9 часов, а народу мало. Наверное, на завтраке еще или... Да, ну. Друзья, ну мы на пляже Atlantic Beach, еще раз напомню. 30 июля 2024 года. Время уже 9:50, почти 10 часов. Народу прибавляется. Ведь пришли, не было еще 9 часов. Народу было мало. Сейчас прибавляется народу. Но купание по-прежнему запрещено. Пришли, установили табличку. Копали. Сняли качельки с карабинов. Оставили только цепочки. Ну и периодически ходит под охранника, выгоняя, спасатели выгоняют всех из моря. Включая сирену. Ну а мы пойдемте с вами. Сделаем замер воды все-таки. Мы побалдели на волнах, было четенько, классно. Да, волны, конечно, особо не дают замерить водичку. Посмотрим, что нам покажет наша метеосводочка. Температура воздуха с утра 28 градусов. Опа. Температура воды 25,3 градуса. Ну, несмотря на запрет, люди пытаются поймать волну. Небольшое есть донное течение. Волны не такие сильные, но небольшое донное течение. По соответственно, из-за этого запрет. Ну вот пошли наши казанские девчонки, пошли в море. Две русалочки! Ой! В замедленном повторе! Друзья, время уже первый час, полдня находимся, и по-прежнему купание запрещено. Но как-то спасатели более лояльно относятся, не разрешают только далеко заплывать. Ну что, на этом я буду заканчивать сегодняшний обзор моря и пляжа Atlantic Beach Витязева. Лайки, подписка, комментарии. Всем хорошего дня.
обнял, поцеловал. Ну, друзья, начнем обзор с номера нулевого. Это эконом номер двухместный. Сейчас заходим и все увидим. Здесь две односпальные кровати-кушетки. Тумбочка посередине. Телевизор. Шкаф. Вентилятор. Зеркало. То есть кондиционера нет. Здесь вентилятор. И душ с туалетом. Вот напротив, прямо в номера. Это на 4 номера. Душ, туалет.